Очень люблю мою мамочку. Амир все время рядом с мамой. Айгуль Фазылова на днях только выписалась из больницы. Сейчас все время посвящает сыну. Сейчас восстанавливаюсь, потому что я лежала до этого в больнице. Откачивали жидкость, воздух. Внутри у меня легких там было. У меня все хорошо. Занимаюсь я там математикой, прописи, тетрадками, английскими. Амир в этом году впервые пошел в школу, поэтому затрат теперь стало больше. А еще и зимних вещей уже вырос. Недавно всю купленную к школе одежду украли, когда Айгуль зашла в аптеку, а Амир остался с пакетами. Вроде бы мы покупали одежду, у нас же случай произошел, то что как бы вот украли этот пакет. После этого мы как бы, нам люди добрые помогли. Мы после этого тоже съездили, купили ему пару толстовок, брюк немножко. Вот. Мам, можно я тебе помогу? Давай, помогай. У Айгуль Фазыловой четвертая стадия рака груди. Борется с болезнью она с 2014 года. Перенесла операцию, прошла 21 курс химиотерапии. На данный момент метастазы в легких, печени и мозге. Требуется постоянное лечение. Для тех, кто хочет помочь, реквизиты на экране. Сейчас много денег уходит на таблетки. Живет Айгуль с сыном только на одну пенсию. Я очень благодарна людям, которые приходили в этот день на этот праздник. 14 сентября Татарская филармония провела благотворительный концерт. Все собранные деньги переведут семье Фазыловых. Помощь приходит, но нужна она постоянно. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.